Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и давайте посмотрим, что же у нас тут случилось с этой наградой. Так, да, 8 лярдов мы легко выполнили и получили себе вот такую вот награды. Так, это гостевой аккаунт, у себя в аккаунте я тоже, собственно говоря, получил этот набор. Потому что вы еще это видео не видели, да, может уже и видели, я набил самую большую кучу, именно кучу дэмэджа, именно под своим аккаунтом. Так, отлично. Что-то тут мы выполнили. Так, ну а сейчас нас что ждет? У нас есть супер-мега-крутое сложное событие. Это турнир за открытие Дали Харенхопса. Итак, давайте же посмотрим на него. Здесь у нас адаптивный уровень противников, и он чертовски, короче, печальный. Смотрите, у нас здесь как два демагера, 8000 жизней и 6000 сила удара. Чем с ними сражаться, даже не догадываюсь. Смотрите, вот я делаю вот так, он подменяется на Маргозавра, и все просто. Травоядного взять нельзя. Так, подождите. Ну, я просто потеряю Метриофадона. И что мне делать? Так, уйди. Он подменится. То есть надо вот так вот попытаться. Ну и то, здесь такие вот противники, что реально нельзя подобрать никак там. Так, ну он меня сейчас атакует на 2 или подменится. Проатаковал на 2. Да, с таким раскладом надо было мне в другом порядке идти атаковать. Потому что сейчас меня будет Амаргозавр дэмажить по полной программе. Сейчас он мне снимет тупо пол жизни сходу. Нет, он этого не сделал, но я сейчас должен поставить защиту по ходу все баллы. Смотрите, такой маленький Амаргозаврик. 4, ну давай. 3. Ну давай. Протыкал на 2. О, я молодец. Не, только не на 3, пожалуйста. Блин, он меня пробил. Этого я пробил. Сколько бьет Амаргозавр? 4000, по-моему. Вот это я выдал. Давай. На 1. Ну да, все, ребята. Начинаем сначала. Да. Делаем вот так. Потом вот так. И вот так. Сразу проатакуем, он подменится на Маргозавра и завалит Метриофадона за 2 удара. Блин, 300 хелсов осталось, обидно. Нет, он даже не подменился.
Печалечка. Хотя можно было, наверное, не ставить защиту. Все-таки баллов пока что мало нам дается. Нет, 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 не зря он все-таки проатаковал. Так, если я подменюсь, я его за два удара завалю, наверное, да? Держим пальцы нахрест, 7000, yes, 8500. Ух, ребята. Здесь выиграть, чтобы в лотерею сыграть. 3. Атака на 2. У него 1 балл есть. Нет у него 1 балла. Значит, мы победили. Ну, здесь все идеально, как в шахматах разыграли. И победили. Иначе никак. Сейчас посмотрим, что будет во втором. Ну, здесь хорошо, что два противника были с небольшим количеством здоровья. То есть их было легко убить. Конечно, они били сильно, но и их было проще пробить. А если идут 3 по 20 тысяч, то там, не знаю, хоть вешайся. Так. Лимнасселиса хотели увидеть? 17 тысяч жизней, 4500 силы удара, а? Так, вот так. И вот так. Жизни, конечно, маловато. Не знаю, не знаю. Но нам нужна какая-то крутая амфибия с большим количеством жизни. Черт, то мне даже нет смысла его сейчас атаковать. Ну даже защищаться нету смысла. 3 проатаковал на 2, печально. Это было печально. Мне Митрефодонам нужно их всех убивать по-хорошему. Рискнем. Он сейчас подмениться должен. Осталось 2. Не атакуй, я тебя прошу. На 1. У! Нам повезло, ребята. Нам крупно повезло. Я знаю, что у него остался 1 балл. Я делаю вот так. Реально, вот... Эх! Рискнули и победили. Но теперь все, в принципе, решено. 4 балла у него. На все 4 должен атаковать. Почему на 3? У меня 3 в защиту могло стоять. Читер. Давай, порви его, сигнозухушка. Давай ему 50 тысяч урона. 56 практически. Красавчик, красавчик. Так, ну и давайте перекрестились, ребята. Там взяли кого-то за руку, чтобы не так страшно было. И погнали. Последний бой, он сложный самый. Ну и, конечно, не забудьте поставить пальчик вверх. Так, ну у нас какой-то день амфибий, да? Вот так. Он подменится, а может и не будет подменяться. Вот в чем дело. Ну и кем с вами сражаться? Вообще не знаю, так просто выбрал, кого выбрал. Блин, я его не могу пробить. Я его не пробиваю. То есть смысла наносить один удар вообще нет. А он сейчас меня проатакует на один, да? Печально получилось. Ну, походу надо сейчас переиграть это все дело. Я его даже за 3 не пробиваю. Не-не, давайте заново, ребята.
Так, ну, блин, ну, выбора у нас нет. Просто некем, ну, так вот, чтобы как-то надежно победить, некем нам сажаться, так. 6. Блин, ну, вот можно сделать даже вот так. Он тогда не будет подменяться. Тогда можно взять Метриофадона. И кого? Сигназуха. Он не будет подменяться. Там-там-там-там, ну... Какая-то такая тоже стрёмная у меня компашка. Ну, будем пробовать, что делать. Ну, за один удар хоть не убивает, и то хорошо. Но вот, если бы у него было ровно 9000, было бы хорошо. Так, 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 подождите. У меня был... Был 1 балл, у него было 2 балла. Давай, давай. Ну и сейчас он опять по-подлому сделает, ударить на 2, смотрите там. На 2 или на 3. Не, на 4. По чесноку сыграл, молодец. Так, ну мы помним, что спинозаврик, спина... Раптор бьет, по-моему, 6000, да? Он меня убивает тупо за один удар. Я его хоть за 2 удара пробиваю. 1, 2, 3. Это порадовало. Блин, надо было 2 поставить. Что-то я затупил, он же подменяться будет. Надо было 2 поставить. А, хотя нет, все правильно. Иначе он бы меня и так бы завалил. Ну давай, атакуй на все. У него остался 1 балл, да, насколько я помню? 1, 2, 3, 4. Фу, ребята, так. Лайк поставили? Я тут для вас стараюсь. Тут такие гроссмейстерские игры разыгрываем тут. На 4, молодец. Молодец, Стегоцефалушка. Кстати, я готовлю сейчас еще одно очень хорошее видео. Вам зайдет. Про одного псевдодинозавра. Большого и ужасного. Супер. И мы открыли Далихан Хопса. Кстати, сейчас посмотрим, может он у нас... уже есть прокачан. Так вот, плоскомордый Далихарин Хопс. Фу, это было непросто. Так, давай. Вот наш Далихарин Хопс, ребятки. Вот так вот он на начальном уровне. Супер редкий, как видите. И... Ну, кроме плавника там и пару ушипиков, особо ничего в нем не изменилось. А на этом, ребятки, я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.